Доброе утро, друзья! Мы с вами находимся в Пулковской обсерватории. Всем доброе утро! Приехали сюда погулять, немножко воздухом подышать. Сделаем вам 5-минутный ролик, покажем самые интересные места Пулковской обсерватории. Хотя самые интересные мы вам показать не сможем. Для этого надо попасть в центральный корпус. Вот, похоже, экскурсия приехала, там автобус стоит. Это жилые дома. Красота. Здесь потолки тоже, наверное, да? 3,5. Ну да. Причем. А мы сейчас уйдем направо там. Вот это гостиница. Да, да. Можешь спокойно приехать в Питер, снять номер здесь. И, пожалуйста, Пулковская обсерватория. Выходишь такой с чашечкой попкорна на балкон. Ну да. Сегодня что-то здесь очень много машин. Очень много. И народу очень много. Обычно сюда приезжаешь, здесь никого нет. Пошли по той дороге, по краю. Слушайте, там, по-моему, кино снимают. Пойдемте туда? Ну мы придем туда все равно. Мы все время куда-то попадаем с вами. А мы сейчас с вами идем на старинное Пулковское кладбище, Пулковская обсерватория. Thank you.
вышли на Пулковский меридиан. И отсюда сейчас сразу же выйдем к центральной Пулковской обсерватории. А? Не, я соберу что-нибудь такое. Высота меридиан, воинское кладбище. Российская академия наук, главная Пулковская астрономическая обсерватория. Дозреть можно. Вот она стоит. Светлак, она, держи. Смотри, вот это самый настоящий из ледникового периода. Иванчак, высоко горы. Собираем. Света, осторожно. За тобой. Так сейчас мимо будут пробегать, еще больше напугают. Ну да, вот там лахта, вот оттуда ее видно, да, было, кстати, мы там спускались, когда там лахта. И здесь... Набрали за одну секунду. Светлана нас всех кормит, кормилица наша. Она еще баночку варенья сегодня вечером закатает, я чувствую. Ставьте лайки за сливу. Дай ей помогу, держи. Какой карман-то у нас сейчас растечется? Нет у него кармана. Да нет, все, у меня желуди в кармане. Так, Свет, держи. Вещь, вещь, вещь. О. М? М-м. Не очень. А вот этот шиповник можно заваривать. Он уже мягким становится. Вот этот можно уже заваривать. Который такой вот потерпел, да? Пошершавел. Вот он висит. Вот этот вот. Капсула времени. Ну, скажи. Блин, ну крышу, кажется, замяли зря. А потому что на нее залезают фотографироваться. Давай телефон. Ты представляешь? Рамка под номер такая самодельная. Выпиливали вручную. Ага. Туманки. Жалко, что только вот это осталось. Что, можно было отреставрировать, сделать ее. Конечно. Ну все, да, это уже все. Просто когда ее выбросили, надо было не выбрасывать. Ровник я люблю. Скажи, да? Колючий какой. А зачем так далеко-то? Вот тут ближе есть. Знаешь, что вижу, то и рву. Ну да. А что там варить-то, господи? Один к одному, даже меньше. Нет, но... Да. Конечно. Здравствуйте. 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 Кажется, дождик еще раз. Вот это антенна. А вот кабель идет. Видишь, вот это вот отражатель стоит от телескопа. Усиливается. Ну. Дай телефон твой хороший. Ну и чё? Ничего ты мол... не успеваем. Сейчас вот оттуда. А здесь как-то нет дождя. Вот там оставайся. Стой, стой, там. Все сфоткала? Ага, сейчас еще раз. Я такая R5. С зонтиками. Штук 5 сделал. Правда. Вот с того места, что прям это было видно. Телефон. Тарелку.
О, здесь Wi-Fi, кстати, ловит. Поймал вот это вот. Ну, сюда надо, конечно, на целый день приезжать. Надо приезжать. Это будет только будет. Начало. Мы с вами не дошли до вот той. Угу. Не дошли до этой. О, какие тут грибы растут. Я на жареху грибов насобирал. А здесь нет дождя. А ты еще к себе его наклони так. Только не урони. С тучки на тучку, шире шаг, а не уже. Здесь так не особо удачно. Одним словом, ребят, вот это место для того, чтобы просто релакснуться, вот в черте города, да, можно практически сказать. Просто отдохнуть. Мимо проехал, заехал сюда, бац. Вот, с тобой старый стоит. Вот там старые стоят, выкатные. Трассы здесь не слышно, воздух чистый. Пошел яблочко погрыз, посидел на самолет и посмотрел. Я сюда раньше очень любил приезжать. На маршрутку сел, бац, приехал. Очень легко и весело. Самое да. Главное, не потерять сказку. Дождь усиливается. Класс. На тучку, облака. Яблок, конечно, немерено, да, Светлан? А впереди направит пол гром с молодой молнией. Если бы не кровь, вон нам дорогу открывают. Пивню, какое дело. Дай ему донтик, пусть он поджарит. Пивню, колчан, там дождевые стрелы. С тучки на тучку, ближе к земле. Мне бы убраться по мирному. Садись, посиди. Я мокрый. Светлана, садись, посиди. Я мокрый. Вот это дождь. Еще и свечи. Это Питер, детка. А у тебя Новый год еще продолжается?